Продолжается перерыв у нас на Камп Ноу. Матч про самые опасные моменты первой части матча. Разберем мы их с Леонидом Слуцким. Неймар на левом фланге. По штрафную опасный момент. Нет, положение вниз. Открывается Дибала. Игуаин отыгрался. По сути, Квадрадо. Здесь подбор за Дибалой. Квадрадо, опасный момент. Удар через себя и выше. Сейчас. Месси. Хороший заброс. Опасный момент. И... Си. Хороший пас на Альбу и прострел. Суарес. Месси. Опасный момент. Удар. И Месси. Дай бог, чтобы это был. Играет замечательно. Альба. Опасный момент. Может быть. Суарес. Удар. Убирает Киелини. Подача на дальнюю штангу. Здесь Сандро против Месси. Удар еще один. Уходит на свободное пространство. Удар поворотом. Буффон. Отбивает мяч. Наверное, в центре поля. И заброс на Игуаину. Удар Игуаину. И здесь уже Терселон и Неймар. Неймар проходит Алвеса. Неймар удар. И вот он где, Лионель Месси против Дибалы. Стенка с Неймаром. Удар. И выше ворот. Глубоко, но тем не менее оставляет зоны для ударов. Опасный момент может быть. Снова Квадрадо. И удар в ближний угол. Пас в штрафную. Точнее, штрафной Месси. Удар поворотом. И мяч. Плюс игроки Барселоны. Месси. Удар. Буффон. Нет. Неймар. Он может пробить. И Неймар сохраняет мяч. Удар поворотом. Лучше Буффон. Не слишком уверенно играет. Опасный момент. Месси бьет выше ворот. И в истории футбола вообще. Удар Месси. Сходу ворота были пустые. Ну, оставляет Роберто. Опасный момент. Может быть удар. Удар в дальнюю. Но опять же обращаю внимание, что была попытка со стороны и Сандра, и Киелини. Тут как тут. Опасный момент. И здесь Буффон.